ехали сначала на базу с одним настроем, но в полете все изменилось, поэтому не знаю, хорошо ли для нас это или плохо, но, наверное, больше плохо, потому что игр нет. Грустно в любом случае, потому что поиграть уже охота было, но стараемся взять все, что есть. Ой, нам все очень нравится вообще, и хорошее тут восстановление, и зал, и атмосфера, вот. Хотелось бы еще поиграть после этого сбора, но вот по независимым от нас причинам этого нет, поэтому тут вот делаем все, что можем. Больше было индивидуальной работы, бросковой, много кондиционной части с Сергеем Владимировичем. Интересный, насыщенный сбор. У нас был бросковый марафон, надо было выполнить серию бросков из 5 средних, 3 дальних и 7 штрафных попаданий подряд, и максимальное количество серий на время, были такие психи у всех, играли в крестики-нолики, было интересно, разбивались по командам, тоже сначала какое-то бросковое задание, потом выиграть нужно в крестике-нолике между командами. Тоже интересно. Лерка Яковлева сделала такую щучку. Там просто был подкат. Мне кажется, мы вернемся шутерами, настоящими профессионалами, потому что мы здесь очень много бросаем и очень много отдаем передач. Поэтому я очень надеюсь, что в этом сезоне у нас будет меньше потерь и больше забитых очков. Снайперы есть снайперы. Сборная. Бусинки – это у всех воспоминания о классном летнем отпуске, кто где был. У меня балийские бусинки, у кого-то турецкие бусинки. Но это стиль, это стиль.